Всем привет, на связи IT District. В прошлом выпуске я презентовал выход, точнее перезагрузку нового обучающего коучинга WordPress Революция Сборка 2.0. Почему я решил именно сделать это в новой версии курса, который ранее вышел летом 2019 года? Все дело в том, что коучинг WordPress Революция первой сборки имел определенный успех, так как я там в самом подробном виде заложил свой опыт по созданию интернет-магазина на системе управления контентом WordPress. В рамках того курса, скажем, было выпущено почти 50 уроков, и я получил сотни положительных откликов. Поэтому, когда я снова решил сделать что-то масштабное, но более крутое, я сразу решил это сделать в рамках коучинга, который имел когда-то успех. Теперь я хочу ответить еще на один вопрос. Почему именно сейчас? На самом деле это простое стечение обстоятельств. Во-первых, многое, о чем я говорил в предыдущей версии, поменялось. Что-то перестало работать, а что-то начало работать по-другому. Кроме того, сфера создания сайтов не стоит на месте, все меняется, и я научился делать новые, некоторые крутые и очень полезные, скажем так, эксклюзивные вещи на системе WordPress. Освоил некоторые новые технологии, которые также захотел продемонстрировать в новом коучинге. Но это все хорошо. И, как говорится, нельзя сделать отличный эксклюзивный курс без подходящей темы оформления сайта. Нужно было что-то особенное и неповторимое. И вот такую тему я как раз-таки случайно нашел. И вот именно совпадение этих трех факторов, изменение техник, о которых я рассказывал в предыдущей версии, появление новых технологий и эксклюзивная тема оформления побудили во мне желание сделать перезагрузку обучающего коучинга WordPress Революция. Курс стартует в начале февраля, все подробности будут чуть позже. В понедельника выйдут несколько тизеров, в которых я вам досрочно солью некоторую информацию или технологии, которые буду обучать вас на новом эксклюзивном коучинге WordPress Революция версия 2.0, на котором мы создадим с вами интернет-магазин. А на сегодня у меня все. Рад был встретиться с вами на территории IT District. До встречи в понедельник.